И еще мы дадим морковку. Ты уже здесь, Марсель? О, на, будешь морковку? Будет. Нет, ты кушай. Кушай, не надо ее тут складывать. А, такие морковки вкусные. А то бываем купим морковку или с ней идет. Как вкусно. На редкость. Не хочет кушать. Скажи, как здесь диван без покрывал? Ну, правда, покрывала, во-первых, диван пора уже перетягивать, он весь порыпанный. Во-вторых, скажи, приятнее лежать на мягком. И Марселю потом есть, чтобы почмокать, когда он хочет, да, Тиффани? Ой, какая вкусная морковка. Как мы аппетитно кушаем. Мёткин говорит, давай лапу там. Рассказывают там многие. Там истории какие-то, Мёткин. Аппетит, скажи. Собаки, ну что вы ко мне все пристали? Идите, смотрите, как Тиффани кушает. Все, вот мы дождались, все съела. Молодец. Крошечки только подбери все. Да, умничка. Алёсия, Алёсия, да, Алёсия. Аппетит Алёсии. Алёсия. Очень хорошая, очень холёсая, красиво кусила, крошечки не доела, да, да, сейчас поедем, мы сейчас уезжаем с Кариной, да, ты поваляйся пока сама дома, хорошо, Марсель тебе пришел, да, да. Боже, квадратная стала. Такая бубочная-бубочная. Как бубочная?
большое внимание. Это собаки, наши собаки. Все, вот так. Отлежи, отдыхай. Вот так. У меня больше ничего нету.